Ребята, всем привет! Это я, Дима, и канал «Владелец аквариума». Вот сейчас вам в банке показываю малька креветки омана, которого я уже перевел на пресную воду. Ну, точнее, почти перевел. Сейчас тут соленость воды около 3 единиц. То есть сейчас я буду переводить его в общий аквариум, там, где у меня не аккординки. Вот, с момента того, как он появился, прошел практически ровно месяц. Вот 2 дня не хватило до месяца. Вот он уже похож на мелкую креветку, плавает. Ну вот, как я его переводил, все довольно-таки просто. Вот литровая банка. Я сцедил сюда соленой воды. В первый день отобрал, ну, примерно, я даже по объемам, даже не знаю сколько, я на глаз все делал. Отобрал вот столько воды и столько же добавил пресной. На второй день повторил. На третий день я заменил пол объема. То есть это было вчера. Кстати, когда первый раз добавил пресную воду, эта креветка начала метаться, то есть получается, она начала свою миграцию, и я так думаю, что, может быть, я даже затянул это все, нужно было сразу переводить ее на пресную воду, да и все. Вот, в общем, сейчас будем помещать ее в аквариум, перелью сейчас ее и посмотрим, как же она приживется. То есть это вот первая оманка, которую я смог поднять. Так, вот 5-литровый аквариум, в котором будет жить этот креветка. Так, подсветку сейчас мы сделаем. И торжественный момент. Не знаю, наверное, мы не увидим, как он попадет сюда, но все-таки. Вот он, погнал. Все. Сегодня оманка переведена на пресную воду. Дальше наблюдаем, смотрим, приживется и как она себя будет чувствовать. Все, он пошел, спрятался. На подходе там еще 2 из самой первой партии. Вот, я их точно так же буду переводить. Они уже... Ну, давайте я вам покажу. Они уже тоже похожи на своих родителей, один так точно, где-то он уплыл. Вот первый кандидат, вот он такой коричневенький, а есть уже прям вот как похож на которого мы упускали, где-то один есть, а вот сидит прямо, вот он, вот этот похоже скоро тоже будет в пресную, еще несколько дней и буду переводить его. Ну, а все остальные, которые тут, будут ждать своего времени. Свет я им поменял немножко, и они сейчас расплываются по всему аквариуму. Вот как-то так, ребята. Хорошая новость. Можете меня поздравить. Это первая оманка, которую я смог поднять, и она уже попала в пресную воду.